Привет всем! Сегодня очередной просмотр бесплатной поставки из Китая от AliExpress. Это аккумуляторная батарея для ноутбука, которая в московских электронных магазинах в интернете стоит в два раза дороже, чем из Китая. Ну, правда, упаковку я эту уже вскрыл на почте, чтобы проверить целостность. Батарейку прислали немного больше емкости, за что я благодарен китайским товарищам. Вот. Работает исправно, все проверил. Но шла долго. Примерно 30 дней. А так все окей. Ну, кого интересует эта батарея, то ссылка, как всегда, внизу в видео. Спасибо за внимание.